Там у нее роды. Пытался, значит, за ней проход изнасиловать. Ну, много объяснить почему. Короче говоря, не сделал. Ну, вот так. Поиздевался, короче говоря. Ну, вот. А ну, до этого мальчика ударил по пару. Произошло вот, значит, изнасилование, развратные действия и в отношении Полины. Я ее толкнул на кровать, она упала лицом вниз, коленки были на полу. Я ударил, топор у меня был в правой руке, я ударил ее по затылку, обухом топора, ну, тыльной стороной топора, несколько раз, где-то 4-5 раз. Она захрипела, потом, значит, затихла. Я вышел на улицу, взял бидончик, мне набирал ягод. Как это некачественно звучит, что-то такое облегчение было? Высшее наслаждение, чтобы так сказать. То, что вот после первого убийства, я не знаю, как это сформулировать там. Наоборот, там, ну, что-то внутреннее толкало продолжить. Сижу, вот, 15-й год уже, в общем, заключение в камерной системе. Вот мы сидим там 2-4 человека, четвером. Мы очень близко общаемся, вынуждены общаться. И довольно-таки сложно иногда. Это вот звериное больше как. Бесовщина, чертовщина, как хотите называйте, но это за гранью даже обычного, в общем, понимания. Здравия желаю, товарищ начальник. Докладываю до службы Рыжков Валерий Викторович, 1926 года рождения. Особенно статьям 102 пункт Д, 135, 40 часть 1, 40 часть 3. Выключить Трещелов, 16 июня 1998 года, Самарский областной судом привел смертный казнь. 1999 году смертный казнь указан президента Российской Федерации за мина нарушения лишения свободы. Вопросов жалоб заявления нет. Сегодня какое число у нас первое? Ну, завтра ровно 16 лет, как меня задержали. Фактически на месте преступления. Ну, практически, да, в момент, можно сказать, совершения. То есть сейчас пришло осмысление? Нет, осмысление тоже постепенно, по мере вот отбывания наказания. То есть обстановка к этому предрасполагает? Ну, меня лично, да. Когда вспоминаешь, допустим, что было, что могло бы быть у тебя, представить семейная жизнь, там, дочка вырастет, замуж выйдет, внуки будут, да? Думаете, не давит, что ли, на это? У меня же дочь, вот сейчас ей 24, вот на днях будет.